Всем привет, дорогие друзья, с вами Валерий Хаус, и мы продолжаем проходить «Зло внутри». Второй эпизод, вторая серия. Так, подобрать. Взяли гель, это я помню, для чего он нужен. Увидим дальше. Давайте почитаем. В приозерном поселении найдены трупы. Причина смерти остается загадкой. Более дюжины изуродованных тел найдены в деревне Элкривер. Несколько жителей пропали без вести. Эй, есть кто-нибудь? Так, очнулись в какой-то больнице. Помним, что мы в первом эпизоде мы... Так, что там? О. Еще гель. В первом эпизоде мы попали в аварию. Упали на скорой помощи с обрыва. О, таракан опять. Мы проснулись. Что с остальными? Что с городом? Вы о чем? Прямо сейчас, кроме вас, здесь никого нет. Что значит никого нет? Так, зеркало видим. Больница? Это очень важное для вас место. Здесь вас всегда ждут. Меня положили в больницу? Боюсь, что я не могу вам ответить. Пожалуйста, распишитесь здесь. Расписаться. Еще и расписаться где-то надо. Если не распишетесь здесь, то не сможете сохранить свои воспоминания. Сюда, пожалуйста. Зовут нас куда-то. Какую-то комнату. Пахнет лекарством. С капельницей комнату какую-то. Все в порядке. Пожалуйста, расслабьтесь. Пожалуйста, садитесь. Садиться сюда. Ладно, давайте сядем. Расспросит. Что за черт? Не сопротивляйтесь. Это для вашей же пользы. Нет, стойте.
Итак, вот это кресло, я помню, для улучшения. Здесь есть улучшение навыков всяких разных. Вот этот гель, он нужен в качестве очков для улучшения. Улучшать навыки можно с помощью зеленого геля. Так, пока как бы тут для обучения у нас всего одно требуется. Требуются очки 100, а у нас 400. Давайте улучшим. Видите? Так гораздо лучше. Сестра, я схожу с ума? Что заставляет вас так думать? Я буду ждать. Черт, что здесь творится? Где я? Да. Кидман, ты где? Да, ты что-то... Коннелли! Вот машина, которую мы разбились. Что-то вроде как бы улучшили, а как держался за бок. Как было хреново, так и осталось. Ладно, давайте. Посмотрим, что здесь. Ну, давай-то. Так, шприц. Какое лекарство находится в этом походном шприце, неизвестно. Однако, оно неплохо восстанавливает здоровье. Вот, собственно, мы нашли аптечки. Так, экран снаряжения. Управление и информация. Собственно, наш инвентарь. Есть горячие клавиши. Давайте сразу используем. Во, так намного лучше. Кого-то тащили. Давайте пойдем по следу. За. О боже. Так, атака в рукопашную. Угу. Фу, что это? Какое-то животное. Какой-то осел, что ли, ишак. Отлично, разбивая ящики, можем подбирать всякий лут. Давайте идем дальше. Ничего нету, подобраемся. Фонарь. Эй! Поосторожнее никак не спуститься, да? Так, теперь у нас есть фонарь. Можно убрать. Не будем. Так. Не разбивается ничего. О, он кого-то жрет уже. Коннелли?
Черт, 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 нифига, он такой шустрый. О боже, Коннелли. Все, он труп. Кстати, ребята, я думаю, ни одному мне показалось, что сцену эту мы уже видели в первом Резиденте. Точь-в-точь. Я думаю, разработчики сделали еще одну отсылочку к своей легендарной игре. Так, давайте разобьем ящики. Пусто. Здесь пусто. Да ну нафиг. Так, у нас всего 3 патрона. Все, больше здесь ничего нету. Давайте двигаемся дальше. Так, фонарь. Берем пистолет пока и возьмем фонарь. Еще гель. Отлично. Больно, больно. Воу. Ты об этом? Ты Лесли, да? Я из полиции, я постараюсь тебе помочь. Постараюсь тебе помочь. Черт. Как же мне отвезти тебя в больницу? Больница, больница, больница. Больница? Какого хрена? Так, обезвреживание ловушек. Пробел удерживать, обезвредить ловушку. Давайте обезвредим. Предмет получен. Получены детали ловушки. Детали ловушек нужны для создания стрел к арбалету Агония. Используется в экране снаряжения. Прям Агония такое название. Ух. Лысли этот шизанутый какой-то. Ускорение. Ускорение это ускорение. Только мы долго бежать-то не можем, быстро выдыхаемся. Так, ящичек можно разбить, я думаю. Спички. Подойдите к лежащему врагу и нажмите соответствующую клавишу, чтобы его сжечь. Сожжение полностью уничтожает противника и расходит одну спичку. Скопление врагов можно сжечь одной спичкой. Сжечь можно не только трупы и противников. Все ясно, понятно. Так, давайте разобьем ящик. Опять пусто. Что-то у них в ящиках не густо. Так, спички. 2 спички. Отлично. Давайте попробуем. Так, и сено, наверное, можно поджечь. Нет? Поджечь. Жалко. Так, давайте войдем в избушку. Здесь у нас ничего нет. Похоже, что ничего. Давайте войдем в избушку. Снова это медсестра. Дневник.
дневник Себастьяна Кастеланоса, ноябрь 2004 года. Наконец-то я получил этот жетон. Детектив Себастьян Кастеланос. Отлично звучит, мне нравится. Говорят, мало кому удавалось сделать карьеру быстрее меня. Хотя мне казалось, что даже пришлось ждать долго. Просто руки чешутся приступить к делу. Уверен, детектив из меня выйдет куда лучше, чем участковый. Кроме того, больше не придется носить эту чертову форму. Да и прибавка к зарплате тоже радует. В департаменте сейчас любая помощь на вес золота. Количество преступлений в городе зашкаливает. Кримсон Сити – мой дом, а защищать его – это моя работа. О, черт! Значит, у нас детектив не так давно получил жетон детектива. Что такое? Я снова здесь. Наверное, я схожу с ума. Вот через эти зеркала мы можем перемещаться в это место. Не пойму, тогда ли я видел кошмар или сейчас. В чем дело? В округе орудует маньяк. Над жертвами проводились хирургические операции. Полиция полагает, что действовал серийный убийца. Вокруг пропадают люди. Отлично, свежая пресса. Лесли. Пропал Лесли Визерс. Лесли Визерс, пациент психиатрической больницы «Маяк», пропал из запертой палаты. Ну, это мы уже давно поняли, что это пациент из психиатрической больницы. Так. Что, давайте сядем. У нас вроде гель есть, посмотрим, что мы можем прокачать. Итак, у нас есть прокачка силы и лечения, это здоровье. Так, можем прокачать ускорение, урон рукопашный и лечение шприцами. Так, дальше есть у нас оружие, прокачка оружия. Так. Множитель урона, скорострельность, время перезарядки, емкость магазина, точность, критические попадания. Вот. И запас. Патроны для пистолета, гранаты, шприцы, спички. Это количество вещей, которых мы можем носить. Так, ну что, давайте-ка... Что мы сделаем? Давайте выносливость, наверное. А, не хватает, да, ну, выносливость. И на это не хватает. Так. Да нам ничего ни на что не хватает. Так, время перезарядки, скорострельность, емкость, точность. Давайте точность. Или критическое попадание. Увеличить шанс убить противника выстрелом в голову. Давайте, наверное, критическое попадание. Что, двигаемся дальше? Опа-опа. Вот и Лесли куда-то забежал. Так. Цель пробел, скрытое убийство. Нападать сзади и убить врага, который вас не заметил. Ну-ка, давайте-ка попробуем. Немножко стелса. Чуть не успели. Так, а можно сжечь, да?
все, и что, от них ничего не выпадает, что ли? Печально. Так, Лесли забежал сюда. Маленький засранец. Так, перелезть через препятствие и залезть в окно. Что это было? Статуя. Можно разбить? Блин, промазал. Опа, ключик. Эй, парни, вы местные? Подскажите, где... Я больше не могу. Офигеть. Так. Так, так, так. Выключим свет, а то, я думаю, привлекает внимание. Давайте-ка его. Давай, давай, иди сюда. Сейчас я тебя. Отлично. Так, а где у нас второй-то? Вон, вон, вижу, вижу. Так, он нас не видит тоже, да, наверное? Было что-то подобрать можно было. Давайте-ка этого шлепнем. О, отлично. Так. Так. Давайте-ка, наверное, его добавим в быстрый доступ. Так, и здесь что-то можно было взять. Записка из приозерного поселения. Когда они построили на озере маяк. Может, он был там всегда? Луч света снова и снова проходит надо мной сквозь меня. Я чувствую, что он каждый раз что-то у меня отнимает. Правда, не понимаю, что. Так, давайте в дом зайдем, посмотрим, что там. У
нас пусто. Ну, 5 спичек, отлично. Так, лежит. От греха подальше. А это что? Картинка. Еще одна. Отлично, у нас есть аптечки. Так, здесь можно спрятаться. Оп, ловушка. Нифига себе, динамит такой. Теперь бы еще патрончиков найти. Он словно притягивает меня одним своим видом. Получается, больница маяк, да? Ладно, что, двигаемся дальше. О, там еще кто-то. Да не один, похоже. Ничего нету, да? Бутылка? Ну-ка, давай, иди туда. Опа-опа, он меня нашел. Отлично. Так, сжигать я тебя не буду, наверное. Молодец. Стой так. Так, подобрали факел. В принципе, можно было обойти с этой стороны. Ладно. Так, эти-то ящики разбиваются, нет? Да. И ничего, как обычно. О, патроны. Это что? Как-то фрагмент. У нас уже две штуки откуда-то. Еще патроны. Так, давайте сожгем. Куда там спрятаться? А, в шкаф спрятаться можно. Ловушка.
Оп. Ну-ка, на. Ничего, да? Что за шкатулка? Еще ключик какой-то, кстати. У нас уже два ключа. Так, сожгем, ты тоже, наверное, можешь стать. Еще патроны. Отлично. Так, в этом доме, походу, все. Идем дальше. Так, куда мы не заходили? Мы не заходили сюда, да? Вот в это место. Отлично, еще спички. Здорово. О, патроны еще. Блин. Он факел в руках держал. Где он? Пец. Ладно, черт с ним. Ловушка. Ай-яй-яй. Да, что-то сложновато здесь целиться. Кто там рычит-то еще? Аптечка максимум. Ну-ка, давайте-ка тогда. Ой. Отлично. Ничего у нас нету. Обезвреживание капканов. Ух ты. Получится, нет? Отлично, еще патроны. Ловушка. Так, здесь у нас что? У нас здесь ничего.
Давайте обезвредим. Все, здесь пусто у нас везде. Отлично. Еще капканчик. О, аж целых три. Части нам пригодятся. Чи встал, побежал. Как всегда. Так, кто там шуршит? Ух ты, господи. Нифига. Вот так, не отвлекайтесь. Нифига их тут. Блин, еще один там. Так. Как-то пройти, чтоб он увидит, нет? Давайте его обойдем сзади, попробуем. По-тихому его шлепнуть. Ой-ё! Черт! Нужно убираться отсюда. Давай. О боже. Черт. Какой ловкий-то. Что, второй эпизод пройден, дорогие друзья. Я всех благодарю за просмотр. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. Напоминаю, что трейлер второй части вы можете посмотреть по ссылке под видео. А я со всеми прощаюсь. До новых встреч. Всем пока.